Это наше первое утро в Нью-Йорке. Да, ребята, это деревянный эскалатор. Мне самому это как-то не верится, но мы зашли в магазин Мэйси и уже поднимаемся на 8-й этаж. Это прям в доме. Раньше я слышал, что это большой магазин, но я никак не мог представить, что здесь можно подниматься на 9-й этаж. Чтобы не искушать себя, особо долго гулять здесь не будем. А то еще приспичит купить что-нибудь. Лежу на облаках, смеюсь в небесный потолок. Из тех, кого его лазурный блеск давно манит, если... Мы на Таймс-сквере. Кажется, прекрасный денек, чтобы прогуляться по мостам. Мы идем на Манхэттенский мост. Он прямо тут. Ну это просто невероятно. Вот что здесь можно ощутить, так это просто какой-то amazing. Вот мы идем, вот Бруклинский мост. Вот идем мы, вот Бруклинский мост. Просто офигеть! Просто как будто в фильме. Мы уже идем по этому мосту около часа. Ну просто здесь нереально, особенно когда ты в первый раз. Вот это все пройти просто махом, это просто кощунство. С таким-то видом, ну блин, это вообще... Здесь можно зависнуть часа на два, если никуда не торопишься. Особенно, когда хорошая погода. Кстати, в этом году Манхэттенскому мосту 31 декабря исполнится ровно 110 лет.